Так выглядит сегодня Алматинский Арбат. Хотя всего неделю назад на главной пешеходной улице города, как и в парках и скверах, было многолюдно. Но с введением карантина из-за пандемии в одночасье прекратили работу все крупные торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, кинотеатры и многие другие объекты предпринимательства. А после закрытия излюбленных мест прогулок вокруг стало тихо. Горожане понимают, что сейчас на фоне распространения опасной инфекции лучше оставаться дома. Я работающий человек, у нас закрыли клинику, поэтому мы сейчас сидим дома. Я вот вышла только купить продукты, я живу с мамой, мама тоже не выходит. Работаю здесь неподалеку, после рабочего дня отправляюсь прямиком домой. Стараюсь без лишней необходимости не выходить из дома. Ношу маску и часто мою руки. Нежелательно из дома выходить постоянно. Я вот недавно только в торговый центр зашел, надо постоянно руки мыть, температуру проверять. Ну, я в основном дома сижу. В условиях карантина большинство горожан работают дистанционно или отправились в вынужденные отпуска. Появившееся свободное время все предпочитают проводить с пользой. Занимаются самообразованием, чтением книг и просмотром любимых фильмов, а также посвящают себя семьям, супругам, родителям и детям. Власти города, основываясь на рекомендациях Минздрава, призывают алматинцев сидеть дома и соблюдать личную гигиену. И, возможно, совсем скоро надобность в карантине отпадет. Диас Махамбетов, Рашид Шукралиев, телеканал «Алматы».